Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Зомби против растений», и у нас на очереди бонусная миссия «Пиньята». Итак, поехали. Появляется первое вооружение. Это у нас банановая пальма, которая вообще не часто бывает в бонусных уровнях. И она к тому же прокачана у нас в Зенгардене, так же как и ледяной салат, который мы только что получили. Это, конечно же, поможет нам поменьше использовать плантфуд, и возможно плантфуд мы будем использовать для клыков, которые уже мы несколько штук установили на поле. Сейчас на нас движется большая волна. В игре, кстати, будет в скором времени обновление под названием Waste Breakable. Что оно себя представляет, сказать сложно. В всяком случае, то, что я видел мельком, могу сказать, что вообще waste в переводе с английского означает ваза. И она будет вместо таких вот могил, будут такие вазы на поле, либо они будут вместе с могилами. В всяком случае, в скором времени мы уже об этом узнаем и с нетерпением ждем. Ну а пока возвращаемся к игре. Прибывают вот такие более сильные противники. Самые такие заметные — это два зомби с компании Ancient Egypt в таких вот желтых скорлупках. Мы пока что заморозили поле, и какое-то время, пока они обездвижены, думаю, что будет достаточно для того, чтобы их нейтрализовать. Ставим сейчас вторую пальму посередине поля для того, чтобы ускорить процесс уничтожения зомби в таком желтом саркофаге. Мы эту задачу успешно выполнили, и сейчас прибывают свежие силы у зомби. Есть тут зомби с пиратской компании, которые катят бочки. Но для них у нас есть луки, они сразу же разобьют все бочки. Первую линию пальмы мы уже высадили. Более того, в середине поля у нас есть целых 3 пальмы. Есть еще в наличии у нас 2 плантфуда, пока что мы их особо не используем. Получаем еще 3, я думаю, что к концу данного уровня мы уже будем их использовать поактивнее. Ну а пока будем копить. Надвигается на нас большая волна. Получаем очередной плантфуд. И эта волна плавно перетекает в финальную. Сейчас будем использовать плантфуд. Используем для нижней пальмы. Эта пальма, конечно же, больше подходит для уничтожения обычных зомби, ну а уничтожение зомби в таких вот желтых скорлупках, тут, конечно же, есть определенные сложности. Замораживаем поле. Получаем сейчас рассаду, и на поле еще появляется вдобавок пианисты. Одного из них мы уничтожили, и второй тоже был ликвидирован. На поле осталось буквально пару противников. Одного из них мы уничтожили, и последний также был уничтожен. После чего мы сейчас будем скрывать подарки. В первом подарке деньги, во втором, третьем подарке также деньги. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.